Это твой день сегодня, Тимур. Подарок да. для тебя, и мы с вами смотрим внимательно на полуботинки мужские. У нас впереди лето. Если остальные магазины, телеканалы еще остаются в зиме, то мы уже готовы к лету. Абсолютно роскошные мужские полуботинки, и мы узнаем в них панталеты. Удивительно популярные прошлым летом. Да, эта мода еще на пике, этот тренд никуда не делся, и мы готовы. Мужская обувь в нашем эфире. Праздник. Ну и как тебе, Тимур? Тимур, кстати, уже пляшет на подиуме, мы сейчас это увидим. Я не профессиональная модель, да, я делаю это крайне редко, но мне очень удобно. Я просто свои ощущения сейчас передам, и вот так вот сугубо по-мужски обращаюсь сейчас ко всем тем, кто смотрит. Парни, ну, действительно, очень удобно. Обращаю ваше внимание, да, на то, что это, ну, по-настоящему летняя обувь. Сейчас я поднимаю штанину, это обычные джинсы без носков. Естественно, мы их носим. Нога не потеет. Я с самого начала программы, уже минут 30, наверное, прошло, нахожусь в них. Ноги мои не потеют. То есть, таким образом, да, что происходить будет летом? За рулем очень удобно. Здесь очень тонкая подошва. Это неоценимый плюс. Но даже в этой подошве, я наступая на камни, я вот нашел здесь какой-то щебень, который есть у нас на входе. Я по ним прошелся, и нет никаких иглоукалывающих действий. То есть, это очень и очень удобная обувь. Плюс ко всему, учитывая их цену, 990 рублей, но однозначно в качестве обуви на лето я бы на вашем месте себе рассмотрел. Опять же, если мужчина сейчас находится рядом со своими дамами, девчонки, подумайте, пожалуйста, а готовы ли вы что-то преподнести в качестве подарка на предстоящий, допустим, 14 февраля? У нас же этот праздник... А 23-е? Ты как-то про себя-то забыл. Вот молодец, качественный мужчина, про подарки нам помнит о себе. А мы помним и великолепно рекомендуем эти, конечно, панталеты для ваших мужчин. Да, экономьте, пожалуйста, 800 рублей, 990 рублей их цена. Это самая выгодная цена часа. И что самое интересное, это мужская обувь. Это радует меня как мужчину, во-первых, а еще плюс ко всему, как человека, который с телеэкрана обращается ко всем себе подобным. Мужики, ну действительно очень удобно, очень хорошо. Я выбрал свой размер. Мои пальцы не до конца упираются, то есть есть свободное пространство, и однозначно в них мне будет очень хорошо в автомобиле и на улице, то есть нога не потеет. Это ключевое преимущество этих материалов. Наташа, расскажи, пожалуйста. А у нас с тобой великолепного качества текстиль, поэтому и нога твоя не потеет, поэтому тебе очень удобно, потому что текстильные панталеты, они великолепно обнимают ногу и принимают, собственно, форму, которая нам нужна. Плюс роскошная вставочка, которая посадку делает очень правильно. Ну и как вы уже заметили, я сейчас демонстрирую полуботинок уже на весах. Сколько сейчас там? Посмотрим. Ну а как ты думаешь, вот цена на как они? Слушай, ну такое ощущение, что граммов 100-150, не больше. 193 ну, грамма. 187 даже. Ну вот я говорю, я примерно угадал. Да, да. Ты примерно угадал, при том, что по ГОСТу российскому до 300 граммов должны весить летние текстильные ботиночки, летние текстильные мужские туфли. Мы перевыполнили ГОСТ-норму, и поэтому у нас всего 187 граммов. Совершенно великолепный размерный ряд, кстати, у нас с тобой имеется, до 46-го. И, кстати говоря, у нас размер в размер идут эти ботиночки, полуботинки, панталеты. Поэтому тут Тимур 42-й. Тимур 42-й для себя и выбирает. Ну и, кстати, про два цвета мы с тобой не должны забывать. Вот сейчас на Тимуре вы видите синий. Называется, по-моему, темный морячок. Синий. Ты такой морячок. Да, это, собственно, это и есть цвет неви синий. Ага. Ну и, конечно, под деним сделанный. Великолепно совершенно деним у нас с тобой отрабатывается. Ну и есть вариант черный. Давайте прям сравним здесь у меня и посмотрим разницу. Если под деним сделанный синий, то черный более классический вариант с полосками. Поэтому выбирайте, какой вам больше нравится. Однако, как всегда, благодаря этим ценам мы рекомендуем взять сразу обе версии. Да, берите и черные, берите и синие. Я говорил о том, что все-таки один день обувь должна отдыхать, несмотря на то, что это и лето. Все-таки, да, допустим, по четным дням это может быть одна пара обуви одного цвета, и по нечетным другая. Но опять же, это я немножко поясничу. Если быть честным, да, и вот действительно откровенным, вот хочу обратить вот на что внимание. Сейчас я нагибаюсь, покажу эту резиночку, да, то есть это очень удобно. Если, допустим, ваша нога чуть объемнее, чем моя, не стоит переживать, вы однозначно в свой размер попадете не только пяткой и пальцем, да, то есть длиной, но и высотой, и шириной ноги однозначно вы попадете за счет этих резинок. Вот еще раз покажу на примере вот этой
да, этого ботиночка на левой ноге. Резинка для того, чтобы вы удобно на себя, соответственно, надевали эту мужскую летнюю обувь. 990 рублей. Сделать заказ очень просто. Достаточно позвонить. Все звонки бесплатные. Телефон постоянно на ваших экранах. Пожалуйста, звоните. И в самое ближайшее время вы получите эту обувь в качестве подарка. Либо сделайте подарок сами себе.